команду мечты. Катя! Игрались, привет! Да, не виделись буквально 10 часов. Привет! Пофоткались. Ну что, ага. Пойдем в госпиталь Бурденко. Сегодня наш концерт посвящен непосредственно вам, защитникам нашего Отечества. У меня у СПАУ боевое прошлое, и я все-таки знаю, что такое война. Сегодня стены этого зала, пускай не так много, но пропитаны такой энергетикой, как сила воли, любовью к родине, мужеством, отвагой. Дорогие наши защитники, наш концерт посвящается непосредственно только вам. Пускай хоть наша маленькая частичка позволит вам отвлечься от вот этого слова «война» и немного порадоваться жизни. Неважно, молод или стар, девчонка или парень, память героя, что в сердцах наших пылают. Для подвига найдется место, не зря же есть пословица: героем не рождаются, героями становятся. Но для тебя, герой, скажи, на что ты сам способен, и для себя реши. Честно, что для тебя добро. Чего же ты достоин? Героем не рождаются, героями становятся. Для тебя герой, скажи, на что ты сам способен, и для себя реши. Ответь себе, но только честно. В 2016 году мы написали песню про всю мощь российской армии. Есть такое понятие, как русский мир, то есть армия России создана для того, чтобы нигде не было войны. Поэтому следующую композицию мы так и решили и назвать «Наше оружие, любовь и человечность». Не забывай, кто у руля в этом огромном мире. Орел двуглавый и держава с именем Россия. Мое оружие — это любовь и вера. Только попробуй разбудить русского медведя. Сильнее тот, за кем есть правда, мы за справедливость. Дадим отпор любому, кто придет нам с негативом. На страже Родины войска, которым нет равных. Ни по умению, ни по масштабности парадов. В небе крылатые птицы под управлением асов. На прицеле пираты воздушного пространства. ВМФ в России охраняет границы, врагу не позволяя проявлять своих амбиций. Система ПВО — гарантия чистого неба. Не только над Россией, но еще и над соседями. Нам не страшны враги, ведь мы номер один по праву. Наш потенциал направлен только лишь во благо. В чистом небе летят журавли, березы, тополя, поля. К сердцам людей, всем подвигам героев память, вечность. Мы на одной планете, за мир для всех. Наше оружие, любовь и человечность. Надежда и вера. Автомата, звон аксельбантов летает над плацем, и синева заливает тельняшки в знак принадлежности лишь небесам. Стропы натянуты, тучи заплакали, вновь по звонку подорвались ребятами. Скоро вернемся, я знаю, мы справимся. Все, пацаны, по местам, не прощаемся. Крылатая пехота небесного полка, память вечная. Вспоминая глаза.
врачей. Мама, мы еще живы, и это главное. Пусть виражи событий жизни сточат между нами камни. Мама, мы еще живы, и значит есть время искренне любить себя и быть добрее. Твои дети были неправы, мама, оставляя в душе твоей раны. И если вдруг случится ссора, ты на секунду вспомни свое первое в жизни слово. Покажи мне, как верить в счастье. Мое сердце сейчас на части. Укажи на мою мечту. Дай мне свет, и я пойму. Покажи мне, как верить в счастье. Мое сердце сейчас на части. Укажи на мою мечту. Дай мне свет, и я пойму. Моя жизнь — это яркие потоки света. Местами пасмурно с резкими порывами ветра. Это добро, что лучами солнца согрето. Сегодня ты стал ближе на несколько тысяч метров. Каждый твой вздох — это причина быть настоящим. В отражении себя найти то, что важно. Кто-то вперед, кто-то вниз по диагонали. Жизнь — это игра с черно-белыми полями. Ритмы пульса с яркими потоками города. Каждым из нас есть то, что сердцу дорого. И ради этого холодным декабрьским утром любовь в жизни станет твоим лучшим другом. Заряжены по полной, в этой обойме жизни еще много патронов. Бывает легким, не хватает воздуха, но ты дыши. С выдохом каждый, мой друг, просто живи. Просто живи. В первую очередь я бы хотел поблагодарить руководителя госпиталя, который помог нам сделать приятное для вас. Это Тыбульский Владимир Борисович. Можно вам отдать в его лице. Вам сейчас подарят небольшой подарок от нас. Это диски, там есть аудио, видео. Друзья, мы искренне рады для вас сегодня исполнить наш небольшой концерт. Огромное вам спасибо. Вы наши настоящие герои.